Всем привет! Добро пожаловать на очередной урок из серии «Туба для начинающих». Сегодня мы с вами поговорим о таком, скажем, элементе, неотъемлемом элементе игры на тубе, как базинг. Вот. Что такое базинг? Ну, это переводится как «жужжать». Как мы это, духовики, называем? Мы базингуем. То есть перед тем, как сыграть что-нибудь на инструменте, нужно, чтобы у нас в губах и в мундштуке то же самое было, да, то есть вот струя воздуха, чтобы она была верной, и нужные, необходимые нам ноты были вот здесь в губах. Например, вот сыграем сейчас ноту си бемоль, теперь то же самое на мундштуке. И можно поработать вот над таким упражнением, сыграть мажорный арпеджио. То есть нота у вас сначала должна появиться вот здесь. Туба и любой другой духовой инструмент — это не более чем рупор. Вот все происходит здесь. Теперь то же самое на инструменте. На полтона ниже спустимся. Отля. И теперь то же самое на тубе. Вот ля бемоль. На инструменте. И соль. Ля бемоль, соль. И после соль давайте дойдем до фа. То же самое от фа. Вот это замечательное упражнение, то есть решаются несколько задач. Вы вырабатываете хороший качественный тембр без призвуков. Вот. Второе, это вам гораздо легче будет чисто играть, играть без киксов. Если будут ноты, будет вот здесь. Теперь можно попробовать начать сыграть на мундштуке, да, какое-нибудь произведение. Там буквально там, 1-2 такта. Вот фа, да, например. Вот, да, сонат Марчелло, кто знает, да, виолончельная, тубисты знают ее. Вот, эти упражнения нужно желательно играть регулярно, и тогда у вас будет чистая игра и в смысле тембра, и в смысле точности. Удачи!